Ах ты, это база осьминожья. Короче, приветище, мы находимся с тобой на дикой планете или на очень странной планете, в общем, мы неправильной планете, хоть как ты ее назови. Это безумие просто, что здесь происходит. Все дико, я сейчас бегу к маячку, вот, наконец-то я прибыл. Это, короче, ресурсы, которые мне Киндрид прислал. Отойдите, блин, нафиг, не мешайтесь мне здесь. Простите, милые птички, просто немножечко психую, потому что мне задолбали эти осьминосы. Твою ж налево, я тебя сейчас расстреляю. Вот так, за, вот так. Спокойствие, только спокойствие. Не паниковать, не психовать. Ты на чужой планете, мало ли что с тобой может произойти. Так, значит, контейнер с припасами, забрать ресурсы. Отлично, мы все свое забрали. Теперь можно чесать дальше. Так, наша цель. Надо телепортнуться вообще отсюда. Пойдем-ка быстренько до телепортика добежим. О, великий ужасный шарик. Телепортни меня, ну, например, в кратер метеорита. Спасибо. Блин, тут это... Надо спрятаться. Тут, короче, эти коконы, которые иглами пуляют. Черт подери. Можно я его просто шандарахну сейчас очень быстренько? Ты видел? Я бомбанул его убер-пупер крутой пулькой, и он просто укатился туда, и вон он там валяется. Хе-хе, прикольно. Но есть другой вариант. Просто подрывать эти штуки. О, жесть. Нормально так подрывается. Еще он туда надо кинуть. Давай. Вот это мне больше нравится. Здесь вот этот вот интересный фонарик. Давай на всякий пожарный возьмем вот эту взрывную штуку. Бежим туда, бежим. Ух, преодолеваем. И кидаем. Он нас запалил, кстати. Но мы его бомбанули, и он, по-моему, разозлился. Ты разозлился? Фиг. Ой-ой-ой, это сейчас будет бомба. А, как больно. Он в обраточку мне кинул мои же снаряды, только в большом количестве. Очень опасная штука. Еще и умная засранка. Я думаю, это как видеокамера. Мне просто нужно подальше держаться от его лучей. Бежим сюда. Ой-ой-ой, нас запалили. Ты нас запалил? Да, он нас запалил. Он злится. Ну, хватит, не злись ты уже. Может, наверх залезть? Здорово. А если я в тебя постреляю? О-о-о-о-о-о. Кажется, сейчас будет бомбалыло. Бежим. Здесь не должно достать. Хотя, как сказать. Не достало, слава богу. Хорошо. Ладно, я не буду в тебя стрелять. Я просто подойду. Да, бежим! Мне надо взять его ДНК. Срочно. Сейчас попробую подбежать и взять ДНК. Есть? Нет, нету. А бомбы есть. Так, мегапулька. Заряжаем ствол. Готов. Стреляй. Пофиг вообще, ему пофиг. Пофиг. У-ху-ху. Как же пройти? Ладно, в общем, играем в стелс. Давай, отворачивайся. Ну же. Он не хочет отворачивать. Вот. Черт. Отвернись. Бежим. Так. Нам нужно попасть вон туда. Но там шипы. Туда не пройти. Что если мы забежим за спину? Опа, мы за спиной. Обнаружена область. Тлеющая бездна. Прикольно. Некоторые существа уязвимы только при нападении в рукопашную. Для чего необходимо незаметно подкрасться к ним сзади. Хорошо. Присядем сейчас. И подкрадемся. Какие у тебя интересные штуки. Напасть. Здорово. Ткнул ему в глаз свой пальчик. Это было слишком просто. А я морочился. Хорошо, с этим мы разобрались. О, и шипы исчезли. Это были его шипы. Плазма, которую ты ищешь, находится внутри этой пещеры. Я чувствую здесь сейсмическую нестабильность. Я тут заметил вот этих вот летающих. Кто это такие? Это какие-то птички, надеюсь, они безопасные. А если они не безопасны, то мне будет хана. Так, ладно. Летим сюда. Ух, потненько. Так, ребят, здорово. Кстати, это похоже пухлиши, только у них странные какие-то лапки. Ты чё, офигел?
Нифига себе, они еще и стреляют. Так, ребят, я тебя сейчас проткну. Так, мне нужны подрывные вот эти вот снаряды. Походу, по-другому с ними бороться бесполезно. Ай, в руке взорвалось. Черт подери. Так, хорошо. Берем, значит, бомбу. И кидаем в него. Ой-ой-ой, он летит прямо на меня. Вот засранец, как же с тобой бороться-то, а? Пули его не берут. Надо попробовать убер-заряд. Сейчас, готов. Ну, а он готов, интересно? На тебе! О, да, размозжили ему мозги! Зашибись, вредные пухлиши. Ну, вниз за углеродом я не полезу, а то меня нафиг расплавит. А вот дальше мы, пожалуй, пробежимся. Тут вроде ничего такого интересного нету. Никаких секретиков. А вот там, ты посмотри. Какие огромные... А, это я ничего взять не могу. Я уж обрадовался. Тут проход, который мне просто так, походу, не разбить. У нас есть тройной ранец. Это просто опупительно. Я могу сделать теперь вот так. В общем, у меня тут созрел план. Видишь, да, вот эту дверь раскаленную? Что, если мы попробуем ее бомбануть при помощи вот этого цветка замечательного? Кидаем туда снаряд. И... Ну да, ну да. Это сработал. Вот и все дела. А я там мозги себе пудрил. Так. Надеюсь, что мы все-таки найдем тот сплав, который поможет нам сделать крюки. Крюки. Оу. Это... Это же... Кремний! Ой. Плазма в соседнем помещении. Но эхолокация говорит о том, что она заперта в какой-то... Короче, в какой-то фигне. Здесь очень дико жаркая плазма. Вот этого надо бомбануть, чтобы он мне не мешался. А, здесь еще и платформы вон какие, гляди-ка. Полечу-ка я, наверное, вон туда. Бу! И на хурма! Спасибо, что ты тут есть. Вот пернатая пухляндия. Истребить? Да ладно, с обычной пульки вынес. Хорошо, какой дальнейший план действий? Давай-ка вначале вот сюда прыгнем. Потом вот сюда. Оп. Теперь сюда. И тут. Тут ни шиша нет, зря я сюда прыгал. Берем и кидаем туда. Если я, конечно, попаду. Вроде сработал. Дверь мы бомбанули. Там была такая же плазменная дверь, да. Мы ее расколошмарили этим взрывом. Что нас ждет теперь здесь? Какие-нибудь монстрики? А, мы вылезли из этой пещеры. Фига. Плата интриги. Вот этот ресурс мне нужен был, да? Я могу в эту жижу вступить? Вроде могу. Не расплавлюсь. Офигеть, какой он здоровый. Забираем. Я анализирую образец и обновляю чертеж. Как только соберешь ресурсы, по возвращении на дротик сможешь создать зацепку. Ну ладненько, давай выбираться. Кажется, мы можем здесь вылезти. Пришли с одного прохода, уйдем через другой. О, платформа упала нафиг. Или не показалось? Глюки! Ну чё, я вернулся. Где мой крутой крюк? Давайте показывайте мне его. Вот он мой красавчик, наконец-то ты у меня теперь появился. Картографы могут теперь прокладывать путь от твоего местоположения до необходимого ингредиента для улучшения. Ступай, забери его. Или не ступай, тебе решать, но твой компас был обновлен. Протонная нить идеально подходит, чтобы карабкаться по крутым утесам. Или путешествовать по странным парящим тут и там кубам. Ну чё, давай попробуем этот крюк. Надеюсь, у нас теперь все будет пучком. Вот, можно зацепиться, зашибись. О, ты видал, да? Офигеть, вот это крюк. Это даже лучше, чем крюк. Так. Инхурма. Закусим. Любимое блюдо, ёкарный. Туда не дотянуться. А, вот сюда нужно. Блин, но крюк это, конечно, вообще вещица.
прям на лету зацепляешься и... О-о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 -
Сейчас с разбегу бежим, цепляемся и летим. О, все, ништяк. Так, что мы имеем? Мы имеем вон там вот плазменную дверь, в которую нужно бомбануть. Сейчас мы это сделаем. Опа! Готово. Осталось только туда как-то перепрыгнуть. Так, ну чё, успею я зацепиться или нет в полете? Я лечу к тебе и на курма. Есть. Здесь еще и кремний, не зашибись. Здесь мы все собрали при помощи крюка. Теперь нужно... куда нам нужно-то? Как здесь высоко? Короче, нам нужно просто вернуться. Поэтому... Блин, крюк не работает в эту сторону. Стоп их! Просто помни, что ты старался как мог. Это, конечно, было весьма посредственно, но неплохо. У тебя травма, или тебе просто обидно? Если просто обидно, то можешь продолжать. Долбанный киндрит! Зачем вы такой крюк сделали, что в обратную сторону не работает, если кости все переломал? Фух, добежал я до своего сундучка. Пойдем проверим и посмотрим, что там, где я умер. Оу! Оу! Да, это было, конечно, мощно. Я теперь верю, что меня клонируют. Вот это я. Упал оттуда. Дошибись. Похорони свое бренное тело. Давай похороним. Ну вот так вот выглядит мое современное надгробие. Уже четверых себя закопал. Блин, с этим крюком я чувствую себя каким-то суперменом. А если крюка нету, то мы можем его спокойно реализовать вот таким вот методом. Опа, крюк появился. Теперь разбегаемся, цепляемся. И чё? А, наверное, вот сюда. Сюда. Весь прикол, что я держусь на этих местах. Потом сюда. Вау-вау-вау, тихо. Ну и все. Мы выбрались оттуда, с этого оврага. Короче, при помощи крюка взобрался я вот сюда наверх. Практически близко нахожусь к инопланетному строению. Мы находимся с тобой возле телепорта. Телепорт вон там. Так, ну чё, вскарабкиваемся? Давай, Спайдермен, пускай крюк в дело. Обожаю этот крюк. Куда дальше? Вот сюда. Ух, как высоко мы взобрались. А еще мне нравится, что я к этому крюку как бы привязан и не упаду. Это прям круто. Ну чё, наверное, теперь вон туда надо. Так. Ага, вот зацеп вижу. Полетели! Вау-вау-вау! Утесы горы Гзарфин. Фига себе, здесь лавовые горы какие. Прям на город похож. Ладно, пойдем телепорт активируем. Ништяк. Все, короче, телепортируемся в дротик. Короче, на этом все. Если тебе нравится эта игруха, то у тебя лайкос, комментос и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А на этом я с тобой прощаюсь. Пока. И увидимся в следующем видео.